события и это событие помогли организовать нам Радио Мир, которые часто выступают организаторами многих мероприятий нашего города. Организаторам радиостанции «Мир Рязани» в середине недели удалось собрать в Ледовом дворце спорта 2500 горожан. Все пришли послушать любимые хиты в исполнении кумиров 90-х Данка, Шуры, Ирины Салтыковой, Татьяны Овсиенко и многих других. Рязань для многих из них любимый и давно уже почти родной город. Шоу «Мегамикс 90-х» стало большим подарком слушателям «Радио Мир». Чтобы большая сборная солянка из популярных артистов выступила в один вечер в одном месте, такого в Рязани еще не было. Огромное, ребята, вам спасибо за то, что организовали такой концерт, за то, что организовали такую встречу. Вернее, даже я бы ее назвала «Вечер песни», наверное, и просто хорошего настроения. Людям, когда дарите тепло, добро и хорошее настроение, это знаете, как много значит?